хотя бы селфи зробити. Ні, нужно селфі-відео сделать. Туш? А, туш уже есть. Ля, туш, все, девчонки уже собираются на клуб. Тут растяжечка. Вы знаете, что я веду видеоблог и выкладываю все, да? Да. Куда? Сколько у тебя подписчиков? Да немного, я просто для своих делаю. Скажи, жизнь в Китае. Да. Что у вас есть? Там есть колоночка, там есть обогреватель, который у меня нету, который я завтра куплю. Не, ну продолжайте, ёлку. Давай. В машинах можно курить, пить. Вообще. Китай. Ура! Как? А ну как еще раз покажи? Блин, okay. Это вот мы сидим на задних сиденьях, впереди решетка, чтобы не дай бог, я не знаю, не дай бог что. Не дай бог не пересесть на переднее сиденье. За вчера ушло долларов 5 в Украине. Я бы ни при каких условиях на $5 так не накидался.